Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Девочки, я вам предлагаю связать вместе со мной на совместнике вот такую вот стильную летнюю майку. Майка может быть немного другого вида. Вы можете применить свой какой-то узор, не обязательно именно этим узором вязать. Также вы можете связать вот такую открытую майку, как у меня, а можете связать более закрытое изделие, если вы вдруг стесняетесь носить такие тонкие лямочки. Почему? Да потому что я для вас приготовила сразу два калькулятора. Один калькулятор именно на эту модель, второй калькулятор на более закрытое изделие. Посмотрите, я покружусь даже немножко перед вами. Майка идеально выглядит, прикрывает лямочки бюстгальтера, нигде ничего не торчит, она просто идеально по фигуре легла. Вот этот вот V-образный узор скрадывает немного ширину фигуры. И сама по себе платочная вязка, она толстенькая, и смотрите, как она скрывает все складочки. То есть нигде ничего не выступает, оно все так ровненько и красиво лежит. В общем, маечка мне очень нравится, я ношу ее с удовольствием. Это теперь любимая моя вещь в гардеробе. Несмотря на то, что у нас еще, можно сказать, не пришла жара, я ношу ее с рубашкой. Смотрите, как хорошо, то есть вы можете надеть любую рубашку, любую курточку, смотрится это просто великолепно. Также, если говорить о низе, это могут быть и джинсы, и какие-то брюки палаццо легкие летние, и шорты. На сегодняшний день выбор не ограничен, покупайте какое-то яркое себе изделие, брюки или юбку, вяжите белую маечку и будете выглядеть великолепно. Наш совместник будет проходить в закрытом телеграм-канале. Каждый день вы будете получать видео уроки и пояснения к ним. Если вдруг у вас возникнут какие-то сложности или вопросы, вы обязательно тут же напишите свой вопрос, а я постараюсь на него незамедлительно ответить. Я стараюсь быть на связи, можно сказать, 24 часа в сутки, по крайней мере, то время, пока я не сплю. Я проверяю чат и отвечаю на ваши вопросы. Если вдруг я чувствую, что вы что-то не поняли, я даже доснимаю дополнительные видео. Девочки, приходите, вы не пожалеете. По крайней мере, те девчонки, которые побывали у меня на совместнике один раз, они приходят и второй, и третий, и даже пятый раз ко мне, и нравится им вязать, ну, наверное, это о чем-то говорит. И прямо сейчас вы можете перейти по ссылочке, которая находится под видео, на мой сайт, положить товар с совместником, майка с калькулятором, в корзину, оплатить его, и вам на почту сразу же придет письмо со ссылкой на закрытый телеграм-канал. Присоединяйтесь, девчонки там уже начали общаться, и мы ждем только вас.